Академик РАН Тимур Иннев в свое время, рассчитавший, что человека можно вернуть на Землю после космического полета, скончался на 25 году жизни. На сайте РАН указывается, что Сеней умер 8 сентября. Он родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1950 годах Сеней занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты его расчетов были использованы при запуске первого спутника Земли в 1957 году. Также Иннев рассчитал схем старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.